Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю играть в Endless Space 2 на последнем уровне сложности. Горацио мне предлагает альянс. Это не предложение альянса было, это и тут вот видите, дружба от хранителей. За Единую Империю играю. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Ну я не знаю, кстати, имеет ли мне смысл... Вообще, почему бы... Ну, с другой стороны, понимаете, альянс... Это и будет общая победа, если, например, мы будем побеждать. То есть и Горацио тоже победят, но что-то хочется в одиночку все-таки это сделать, попробовать. Хотя тут альянсами тоже можно побеждать. Вы объединяете в альянсы, когда кто-то из игроков в альянсе достигает какой-либо победы, то и другой участник альянса тоже побеждает. А чё они подавленные? Интересно. Этот плюсик что означает? Я вот не помню конкретно, что еще альянс. Ну, конечно, это общие там границы, общая видимость, какие-то еще экономические, конечно, выгоды. Но, честно говоря, не хочу. Мне интересно посмотреть... Горацио воюет ли с кем-то? Да, вот с этими ребятами. С голубенькими, со всеми остальными. Холодная война. А вот это что означает? Это какой-то договор у них с пожирателями. И они на пожирателей... Да, на пожирателей. Но это не мирный, потому что пожиратели не могут мирный заключить. Но они с этими воюют, но они очень давят на них с другой стороны. Где-то вот тут, видите? Вон еще планета. Это неизвестная империя, кстати. Я не знаю, кто там, но... Я еще их не встретил. Я не встретил еще только две империи, по-моему, да? Да. Ну или две фракции лучше называть. Потому что империя только у меня там, у всех остальных по-другому называется. Так... Тут у нас Джаггернаут. Ну, видите, я смогу сейчас к Джаггернауту кого-нибудь присоединить, еще какие-нибудь корабли. Чтобы он не в одиночку летал. То есть я бы очень хотел еще вот этого апнуть. А, ну, собственно, оно апается. 801. Ой, нет, не то. Вот так надо апать. Да, не хватает. Не хватает... 6000 только не хватает. Ну давайте заработаем 6000. При этом 13 антиматерии и 5 адамантана надо будет иметь. Так, что продадим? Ну, все еще антиматерия дофига стоит. А из ресурсов роскоши что самое дорогое? Ну, васильковая плесень, кстати, поднялась, которую мне... Ну, мне надо ее беречь, потому что я улучшаю колонии за счет нее. О, герой есть. Искатели, накалимы. Не, не хочу. Ладно, давайте, наверное, адамантан продавать. 361, 556. Так, ну мне надо... Как минимум 4000. О, 22 штуки, 7000. Нормально. Так, и апгрейдим в Джаггернаут. Вау.
Один ход он будет это делать. Потом сюда прилетим и пойдем Теркану валить. А то сафоны что-то разбушевались. Ресурсы роскоши повысились, цены. Так, тут я что-то построил линкор, по-моему, да. Давайте повезем. Что у нас исследуется? 5 ходов, у нас еще что-то есть. Ну, я бы тут что-нибудь открыл. Кто тут... Крутое. Стоимость звездной системы. Больше филиалов можно строить. Ну, давайте хартию галактическую сделаем. 4 производства на планете. Ну, блин, 25 адамантана будет требоваться, понимаете? 30% урон войск на империю. 10% за дружественную крупную фракцию. Ну, не знаю. Ладно, пока дальше надо думать еще. Давайте, наверное, вот сюда полечу пока. В принципе, все исследовано уже. Я всю систему сафонов вижу, как и всю систему Люмерис. Этих ребят надо сносить. Так, а тут я подожду, когда откроется вот эта система, и сюда полечу. Я думаю, проверка, что у меня тут, что делается, что строится. Все норм. Модернизация. Кстати, можно проверить еще модернизации. Вот в братце надо... Второй уровень сделать. А, мне не хватает. Ну да. 14, ладно. Тогда пока сидим на попке ровно. Тут модернизируется. Терраформируется 5 ходов. Они будут тут 2 хода 4. Так, вот тут есть смысл. Тут только у нас Гиперий, да? Больше тут ничего не построишь, в принципе. Ну, кстати, на Янусе умный сбор налогов. С другой стороны, денег дофига. Я как бы... О, тут линкор можно было. У меня линкор, оказывается, висел. Незадействованный. Ладно, давайте везде поставим в очередь вот эту трехмерную печать для всех. Чтобы если... Чтобы не терялось производство, если заканчивается что-либо делаться. То есть это производство, 25% производства преобразуется в деньги. Тут можно убрать аномалию, только единственное, что неблагоприятную, это какую? Интересно. Исследовать Луну, но это вроде не очень неблагоприятная. Вот неблагоприятная скудная почва. Ладно. Так, медведицу можно терраформировать.
Тут в саванну. В саванну, да. Так, сделаем. Все, заканчиваем ход. Так, тут я взломал, по-моему... О, кстати, у меня тут спящий в Уэйре. Можно смотреть, что тут происходит. Никаких кораблей тут нету, я смотрю. Например. Давайте имикс. Дальше попробуем. Так, сокращение расходов. Ускоритель. Форсаж. Не знаю, блин. Вроде и опасно на Люмерис нападать, а с другой стороны, я уже так тут в армию вкладываюсь, все эти джиггернауты, все эти оружия. Так, сюда, видите, на 5. На 5 очков можно добавить. А именно, например, линкор. Один, так. И два. И два корвета. Сделаем. Вот, на 15, видите? Нет, да, блин, не туда. Подождите, линкор. Вот у меня линкор Джиггернаут. Значит, эти два корвета делаем отдельный флот и объединяем вот с этим. Все, линкор, Джиггернаут, корвет. И тут все по максимально, по максимуму, да? Ну что, полетели? Какой у меня тут сила будет? Атака 34 тысячи, защита 7 тысяч. Семьсот пятьдесят человек, 75 пехоты, 25 танков. Почему 25 танков? 50 на 50, по идее, должно быть. Ну. Ладно, давайте еще танки. А, у меня нету Гипериева. Тогда не будет. Зато можно пехоту, например. Зато, ну, блин, против авиации там, наверное, не будет еще авиации. Смысл. Мне кажется, нету смысла. Так, полетели. В смысле? У нас же война с ним. Какие закрытые границы? Он уже на территории Люмерис считается. Прикиньте. Блин, ну что, Люмерис войну объявлять? То есть с этими-то у меня война. Давайте глянем. Может, у Люмерис с кем-то еще союзы какие-нибудь? Кстати, Люмерис с Сафонами тоже воюет. Отлично. Да не, нет никаких союзов. Ладно, давайте Люмерис войну объявим. Тогда я бы сюда, в Аейру, полетел, на самом деле. Я бы вот этого, этих Сафонов не трогал. Просто, ну, они тут мне вряд ли как-то мешать будут. Давайте. And we thought we had learned to trust each other. Speak quickly. Объявить войну. Do you really want to pick on people who aren't scared?
Они, кстати, еще давят на меня, вот это вот. Не очень приятно. Я, походу, в Аэре могу сразу и высадиться. Да, там у них армия посильнее. Да, они вообще сносят. У них наземные войска намного круче моих. Но мне, походу, нужны самолеты. С такой войной. Так что давайте откроем. Вот, разблокировать авиацию для наземных сражений. Так, метаэнтоктоген какой-то нашли. Закончилась 20 поддержка, на его мне сейчас снизится одобрение. Ну, в принципе, все не так уж плохо на сегодняшний день в плане одобрения, развития. Так, еда мне точно не нужна. Производство. Нет. 25 за уровень системы. А тут уровень 3, походу, да? То есть плюс 75 денег. Если что, за 25 адамантана. В принципе, давайте. Это как бы трехмерная печать дает, тоже неплохо. Тут плюс 25%. Тут плюс 25%. Извините. Хотя 152. Тут 152 идет от планет. Таким образом, 25% это будет... Не, все равно меньше. Нафиг, видите, 25%. Тут же... Вот это мне даст 75. Просто плюс 75. И плюс 25% науки от счастья. Да, кстати, это я тоже хочу построить. Здесь. Так, тут... Умеренная газовая. Сейчас говорящим плюс 2. Счастье. Так, тут удовлетворение, поэтому можно бесконечные супермаркеты поставить. Счастья тут пока нет. Уровень системы. Уровень системы первый. О, могу еще штаб-квартиру, кстати, сделать. Но это не здесь надо. Тут антиматерия, тут поэтому союз шахтеров тоже сделаем. Пока так. Давайте глянем, где нам поставить еще одну. У нас, по-моему... А, в Ментаке. Тогда я, наверное, бы в Янусе. Нет, подождите. Где у нас столицы корпорации? Вот, в Каране. А, в Янусе. Ну, может, тогда во плоти предателя, как-то, или в Фаде. У нас вообще тут по населению как Корана, Януса. Ну да, плот предателя большой. Ладно, давайте во плоти предателя. Как раз тут. А, интересно, а тут не строится. Почему-то тут не строится столица. Штаб-квартира торговой компании. В Ментаке у нас филиал. Ну, может, тогда в Героине. А тут тоже филиал. Ладно, может, тут как-нибудь захватим и построим. Не знаю.
Полетели сюда. Мне, наверное, еще стоит побольше кораблей с... Ну, вот этот экскорт, который... И там новые появились модули. Неизвестная империя через два хода призраки и пыль выполнит. Не, я в Академию не буду ничего посылать. Домашнюю планету разрушителей обнаружил. Все еще, ну тут, конечно, печалька. Просто три танка и 17, а у меня все погибли просто. Так. Тут, значит, у нас вот линкоры. Не-не-не. Извините, альянс нет. И Горацио тоже нет. Альянс, никаких альянсов. Улучшаем корвет. Объединяем и полетели в Таркану. Смотреть, что там. Так, а тут мы... Корветы, линкоры. Давай так объединим и так объединим. Так, тут у нас... Вот этот эскорт надо улучшить. Глянем, какие там новые модули у нас есть. Вот это вот надо добавить, во-первых, трудовых ресурсов. Ну, давайте вместо двигателя. Побольше вез. То есть 200 везет, да? Защита. Не знаю, правда, нафига она ему тут. Я уберу. Я так уберу. Вот эти только трех. Блин, мне надо более крутые на самом деле открыть. Это какой-то слабенький. Тут мало получается будет привезено. Давайте в братцы мы еще несколько эскортов построим. Так. Там за запросы. А это от Академии опять. Я не хочу выполнять ее квесты. В прошлых сериях уже какая-то фигня была. Так. Тут флот пока стоит. Я не уверен, что мне его нужно. Давайте я тоже отдельный эскорт выберу. Так, три. Тут один корвет уберем. Вот так объединим. Ну, можно, наверное, пока улучшить. И тут еще не все корветы. Мне тут не хватает Гиперия. 10 штук буквально. Давайте улучшим сколько сможем. Так. На Янусе поддержка нужна? Нет, там в экстазе все просто.
Ну, еда тоже не нужна. Ну, давайте производство. Так, Ментаку терраформировали. Что-то нет удовлетворения. Так, в степную 8 ходов. А тут в саванну тоже 8. Что так долго-то? Надо что-то на производство, на горячую и на стерильную. Это холодная, умеренная, горячая. Но я тут терраформирую стерильной. Будет просто на горячей. Хотя она и горячей перестанет быть, да, она станет средней. Может, тогда Ментаку не... Вот тем более он Горацио на горячую любит жить. Давайте Ментаку один не будем. Блин. Да, лучше так сделаю. Так, и в паде у нас пока удовлетворение. За планету, за плодородную, за умеренную. Тут все горячие. Тоже и нормально пойдет. Плюс одна ячейка на стерильной. Может тоже построить. Блин, главное потом не забывать, что их тогда не надо терраформировать, чтобы они такими и оставались. Хотя нет, это я уберу. Давайте вот планета плодородная, умеренная. Нету плодородной, умеренной. Вот это хорошо здесь пойдет. Так, все, пока с производством на Янусе давайте еще глянем. Холодная, холодная, умеренная, плодородная, горячая, плодородная. Плюс 25% маловато. А я вот тут как раз... Давайте экскорт, может, построим просто. Парочку побыстряне. Даже троечку. Ну, просто, что на один ход все... Да, троечку построим. Все. Так, тут стоим. Вот тут у нас какие-то есть аномалии, поисследуем. Тактику боя. Кстати, надо карточки идти на тактику боя глянуть. 10 опыта кораблям. И какие-то изгнанники, но это аномалия, я так понимаю. Это... Вряд ли мне где-то добавились они. Так, тактики боя. Какие у нас тут есть? Во-первых, какие у меня флоты? На что у них упор в основном? На дальнюю и среднюю дистанцию. Угу. Ну так вообще все как бы такое на всех дистанциях вполне возможно. Ускоритель плазмы, пробивание обшивки на оружейные модули, бонус обшивки корпуса плаща, дополнительный опыт. 70% бонус урона при критическом попадании на оружейные модули. Только эти... Вот это интересно еще.
Сила в малом 30% бонуса урона продолжительностью в 10 секунд при уничтожении... А, дружественного корабля. Не, я бы вот это везение поставил вместо забрать трофеи. И везение, кстати, можно вместо черепахи использовать. Нам надо еще что-то... Давайте вот еще анализ операции вот так. Сейчас еще глянем, какие у меня квесты до сих пор висят. Вон, видите, висит аванпост в системе Оейра. Так, на плодородный и холодный наука. Также можно терраформировать в плодородные планеты. Отлично. Ну, тут последние два танка теряем. There is nothing about this situation that I like. Ребят, вы там деретесь вообще без понятия, где вы. Ух ты. Чувачок на меня напал в брации. Воу. Ну, давайте смотреть. Дальнее, среднее. Все на средней. Ну, я бы вот это брал. Да, ну тут, слушай, нас могут вынести. Он еще и с этим прилетел, с героем. Давайте посмотрим на этот бой. Прям даже интересно. А он заградает огонь. 3% урон на дальней дистанции на корабль противника. Ух ты, блин. Так, ну давайте смотреть. Это вот их флот, а это мой флот. Ускоримся. У меня уже минус один. Минус 4, у них минус 1. Даже полфлота нету. Класс. Называется, улетел с системы, он сразу прилетел мне все убивать. Вот я о чем и говорил. Мне, кстати, наверное, захватит эту брасу, потому что это мой самый... Я ему вообще хоть один корабль только убил. Нормально. Обратите внимание на ваши суицидальные тенденции. Блин, да вообще ни одного не убил. Охренеть. Охренеть просто. Не менее 11 кораблей. Не меньше 2048 воинов расстались здесь с жизнью. Это урод. И тут осталось, блин, что у него осталось? Фигня осталась, да? Надо сносить и возвращаться туда. Вот называется «отъехал». Я вот этим, наверное, смогу напасть. Так, в итоге... А куда флот делся-то? Или надо тут стоять? У него, кстати, он приехал, убил меня и куда-то улетел. Сразу. Блин, бред какой-то.
Как за таракан. Но он дальше не мог улететь, да? Только сюда либо... Нет, он только сюда мог вообще на самом деле вернуть. Так что мы вот этим кораблем остаемся. И высаживаемся. Блин, у него и самолеты даже есть. Ну, кстати, в этом случае... Сколько у меня? 60 пехотинцев, да? Давайте их прокачаем тогда против самолетов. Раз такое дело. Охренеть, все вынесли мне нафиг сразу. Почему у них такие наземные юниты? Сильные. А вот. А почему я их не вижу? Почему там один нарез? Ну ладно, тут я думаю, что я все снесу. Джиггернауты не просто так. Если, наверное, вот так, поглощение. Ну и смотреть не будем. Или посмотрим на Джиггернаута в действии. Просто интересно. Ну тогда этот, он никуда не уехал. У них, видимо, стоит модуль скрытия. То есть они как-то прячутся. Так, обзорную включим. Ускоримся. Ух, какой Джиггернаут, а. Не, ну у меня получается тут линкоры. То есть у меня вот эти уничтожат, судя по всему. Да, Джиггернаут. Линкор убили. Корвет убили. Этого сейчас добьют. А Джиггернаут, конечно, тяжелая цель. Но я ему, кстати, не весь флот уничтожаю. Не знаю, почему? Мне надо было какую-то другую тактику. Я пишу Джиггернаут с того края. Он должен был в центре идти, на самом деле. И все там убивать им. Несущественная победа еще, тем более. Ну ему, он тут дальше никуда не улетит. Я тут стою его караулю. Так, вот эти эскорты летят сюда. Очень интересно, сколько он будет, сколько это даст прироста производства. Итак. Блин, тут не видно просто... Ну, давайте вот поставим строительство. Итак, 611 производства, да? А если мы ему даем вот 2% за уровень, то 775. Нормально. Нормально. Так, это на плодородный и холодный. Вот плодородная, вот плодородная. То есть я буду 4 науки с жителей иметь с каждого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 13, 14, 15, 16. То есть плюс 64 науки будет. По-моему, неплохо. Так, в Янусе, по-моему, я ничего не могу строить. А, хотя тут вот это научное. На холодный и плодородный. Да, это тут надо строить.
Я могу напасть этот флот, попытаться добить еще. Вот этим флотом. Давайте, наверное. Я не буду смотреть уже. Да. Отлично. То есть флота сафонов теперь уже тут нету точно. Слава богу. Так, 13. 14. Не знаю, но этим эскортом Терканули захватывать или Оейру. Но я сейчас полечу следующим ходом сюда контролировать уже. Да, но я много кораблей потерял, ничего не скажу. Много. Еще куча этих систем не колонизирована. Как минимум две. Что у нас по победам? О, четвертый уже по количеству, а был третий по количеству систем. У меня науки дофига. Надо... Ой, науки, культуры дофига. Можно что-нибудь попокупать за нее. Плюс... Мне надо где-то... За ноль ходов. Уже кто-то раньше меня это сделал. Да, ну это, конечно... Ну это в Таркане я высадился, конечно, оно... Не работает нифига. У меня очень слабые вот эти наземные войска на самом деле. О, на этой большой холодной планете появилась цивилизация вечных. То есть этот домашний Тор — настоящая сокровищница артефактов, почти с мифической. То есть я нашел домашнюю планету вечных, но ее кто-то уже колонизировал. Уникальная планета. Маленькая, тундровая, холодная. Наверное, если ее всячески улучшать, то она может стать прикольной, я так понимаю. Да, это не я нашел, это Горацио нашли, так как у нас общий обзор. Так, терраформирование на Ментаке. Я могу вот за культуру это делать. Чтобы не 6 ходов, например, было. Ментака 3. Из арктической стерильной превратится в степную. А степные теперь можно терраформировать в муссонные. Например. Вот, у нас кто такой Юрий, тут надо стопудово сделать, потому что, видите, вот есть две аномалии. Соответственно, там будет 5 науки из жителя. Геракл был терраформирован. О, тут руинки открылись. Давайте... Исследуем один ход. Так, куда теперь можно? Во-первых, в Бореальную. Блин, 10 ходов.
Ну, вот тут надо посмотреть будет по культуре, все-таки вложиться, наверное, в... в терраформирование. Ну, надо напасть. Этот флот тут лишний. Что он высчитывает? А, ну это скаут. Ну, отступит просто. Мы его тут встретим. Все, по идее, теперь ко мне никто пролететь. Не хочу пока высаживаться. Слишком мало. Я хочу вот этими всеми эскортами лучше уже прилететь и тогда конкретно захватить. Так, это тут стоит, ждет. Так, а что за инерция войны, интересно? Как она влияет? То есть, как разрушители на меня тут давят. Инерция войны. То есть, война, видите, тут идет в мою пользу. А, стоп. А что это они мне войну объявили, хранители? Я не заметил. Ну, вот тут вообще просто в мою пользу. Откровенно. Потому что я там ему огромный флот уничтожил, конечно, с Афоном. Интересно, и тут вот написано обломки. Они вообще как-то... Ага, вот, наверное, обломки поля боя. Давайте вот это... исследуем. Видите, появляются после боя обломки, которые вы можете собрать. И получить, наверное... Ну, сейчас посмотрим, что мы получим. Даже не знаю. Так, и квесты посмотреть. Все время забываю квесты глянуть. Новую ячейку тактики разблокировал. Мне, наверное, название нравится. Мрачный ремонт. Не знаю, короче, сейчас надо... А! Вот тут я разблокировал, во. Так, ну давайте поставлю гравий-искажение. То есть, видите, я теперь из четырех могу выбирать. Плюс 3 командных очков. То есть, я теперь флот могу больше делать. И квадриникс. А, это следующее. Так, абордажные модули. Урон трудовым ресурсам в секунду. Нет, вот мне главное... самолетики поставить. Во, наконец-то. Вот это я наконец-то накопил очки, чтобы получить героя. Ну, я ученого возьму. И вот у нас тут из Единой Империи куратор есть, но он милитарист, нафиг. Мне кажется, надо. Ученого. И... куда мы его определим? Ну вот у нас ФАТ, больше всего населения, и там мало удовлетворения. Так, назначил, что у него 4 очка можно распределить. Ну, кстати, плюс 5. Так, во-первых, науку, конечно... Вот это возьму, пускай там будет. Ну, 72 счастья. 5 в ментаке удовлетворение снижено. Это какие-то вот качели, я никак не могу понять, откуда что. Так. О, и обратите внимание, у меня уже 11. Видите? То есть было 10 из 10, теперь я еще больше могу... Теперь самолетики распределяем. Ну, я бы, наверное, даже не знаю.
Может всех, вот самолетов 30, а этих 35-35 вот так сделаем. Так, все летят. Тут надо расфигачить вот этот... скаута этого. Блин. Отступаем. Ну, это моего скаута где-то пытаются расфигачить. Блин, просто убил одного скаута, аж инерция войны плюс 1,3. Ну, короче, у Люмириса такое ощущение, что просто нету никакого флота особенно. Так, этого я улучшил уже всячески, да. Так. Изучил обломки на поле боя, дали зачем-то мародера. Нафига мне мародер, вот серьезно. Вообще бесполезный, мне кажется. 72 силы, 157 защиты. И я его никак улучшить не могу. А, и, короче, я его продам. Бессмысленно. Стоп, стоп. Мародер. 2400. Ой, 2.14. Ну он слабенький же. Ну, я не знаю, что они так дорого. Так. В Геракле. О, прикольная. Прикольный ресурс. 4 производства на жителя и 2 поддержки. Вот я бы вот это. Вот этот ресурс на модернизацию 4 уровня оставил. Он будет давать. Плюс 3 и 1. Это где? В Геракле? Да, в Геракле. А как бы увеличить вот добычу? Видите, он так-то 3 вход дает. То есть у нас есть постройки, которые увеличивают добычу стратегических ресурсов, но нету, которые увеличили бы добычу ресурсов роскоши. Так, давайте-ка лотерею. Тут как раз у нас минус, по счастью, идет. Так, у нас ресурсов роскоши уже 2 стало, то будет плюс 10 хотя бы. Кстати, я бы тут штаб-квартиру построил в Геракле, да. Так, давайте сделаем. Давайте вообще даже вот так. Закончим за один ход. У меня культуры, их пока некуда девать. Так, и в Геракле еще феномены. Полая планета, что ли, еще открыта? Это я, по-моему, сейчас аномалию открыл еще. Так, Корана. Пора еще военный... У меня еще есть, да? Да, 2 из 3. Что пора следующий военный бегемот строить, который превратится в Джаггернаут. Так, а тут планеты можно терраформировать либо в лесную, либо в планету земного типа. Разница в чем? Земного типа больше науки, а тут больше производства. Ну и максимум населения везде повысить. Давайте в земного типа. Так, что на героине? Очередная аномалия может быть исследована. Саванна. Обе саванные. В муссонную 7 ходов. 7 ходов. Ну, а смысл мне вообще в муссонную? Мне кажется, нету смысла. Не буду. Вот тут аномалии. Кстати, кто такой Юрий? Вполне здесь пойдет. На всех 3 планетах есть она. Нет, на 2 есть.
Ну и на Янусе, видимо, пока все. Тут мы ничего не строим. Ладно. А, еще на Брации надо. На графе сей на Брации. Так, что на Брации? Степная. Аномалии. Заместное рождение. Ну, почему нет? Плюс 5. Пускай давайте сделаем. Так, сразу ускорю. Ага, и уровень системы, я думаю, можно уже модернизировать. Вот это тоже с планетами аномалии, но у меня здесь аномалии на планете, где очень мало жителей. Мне кажется, бессмысленно это немножко будет строить. Так, планета плодородная, умеренная. В принципе, можно. Это можно тут. И на графиасе пустынная. Так. Саванну. 10 ходов. А в пустынную 15. Нет, давайте это пока уберем. Вот тут поставлю на каждую планету следующим ходом и ускорю за культуру преобразования. What do you want with me? With the Nakalin? Прекратить атаки моих кораблей. Отказался паренек. О, тут пиратов кто-то вынес. Здесь были пираты, эти заброшенные пиратские твердыни. Ну, все, пока. Наверное, я полечу все-таки в первую очередь вот это захватывать. Сафоны. О сафонах, мне кажется, стоит думать, когда мы, собственно, с ними начнем граничить. Если я вообще успею захватить всех. Так, имекс успешно взломано, давайте... Давайте тоже в спящего встроим. Штаб-квартира... Ух, тут 5 прямо этих колонизированных. Это... Вот это, конечно, будет такая... Так, у кто-то взломал. Перемирие. А нафиг ты мне войну объявила тогда? Конечно, я соглашусь на перемирие за 12 титанов. Но смысл ты мне войну объявляла? Чумоходина. А я поддержку возьму. Вот тут постоянно... Проблемы в Ментаке. Может, кстати, падает лояльность из-за того, что ее кто-то взламывает. Ну так у меня, видите, минус 18. Опять тут какие-то партии левые. Все уже второго уровня колонии. Значит, мне надо постепенно на третий их. Но для третьего уровня надо... А, вообще могу уже. Между прочим. Давайте на третий уровень ФАД. Переведем. Так. Горячее, горячее. Что-нибудь на горячем я тут есть? Так, на еду не хочу.
На уровень системы можно, предположим, да, денежки. Плодородная, умеренная наука. Но у меня нету ни плодородных, ни умеренных тут. С аномалиями. Одна аномалия есть. Счастья тут тоже нету. О, вот институт темной материи. Только один. Ну, это надо в столице построить. Институт темной материи. Филиал. Кстати, торговой компании. Почему нет? Так. Какое-то население новое появилось на героине. Ну-ка. Да, вот они. Эйдеры. Это тут был какой-то феномен. Ладно. Поглощение. Ценность месторождения. Залежи. Сейчас надо посмотреть, какие там стратегические ресурсы вообще. И есть ли они во плоти предателя. Блин, почему тут нельзя перейти сразу? А у нас нет никаких стратегических ресурсов. Может, их местами поменять с кем-нибудь? Может, ее отправить в какую-нибудь систему покруче? Например... Ну, тут тоже только Титан. С другой стороны. Блин, может, какой-нибудь Геракл отправить? И дать ей как раз 63. Ну, счастье тут все равно осталось. Давайте вот тут сейчас назначим плюс 2 стратегических ресурса. То есть будет больше антиматерии добываться здесь. Сразу. Так, в графисе. Саванна, в муссонную, наверное, уже не буду. Эту тоже пока не буду трогать. Что у нас тут? 25 за уровень системы. Ну, тут пока система второго уровня, мне кажется, не стоит. На горячей и стерильной. Плодородная умение тоже только одна. Планета, потом плодородная, умеренная. Вот это, кстати, можно на науку построить. И 25. Тут счастья пока нету. На плодородной и холодной. Кстати, тоже можно. Тем более, тут сейчас жители будут расти. Вот эту можно. Так, пока все. Блин, взял на деревья, стали на моего скаута нападать. Что за... Это почувствовали силу, что ли? Что за фигня? Так, ну вот видите, тут уже 14... Было 15, стало 18. То есть я могу к этим флотам добавить. А вот к какому? Наверное, все-таки к этому добавлю. В первую очередь, поэтому давайте... Этот линкор сюда. В смысле закрыт? Какие нафиг закрытые границы? Да блин, почему? Они что, в союзе стали? Я с ними...
Вы прикалываетесь. То есть вот это обратилось ко мне за перемирием. Я понял, почему мы воевали. Блин. Они, оказывается, очевидно, в союзе. Подстав. Хорошо, хоть из границ не выкинуло. Ну, я войну объявлю. Давайте вот этим я объявлю войну. Не знаю, имеет ли это значение, но... Просто 1500 на ровном месте, считайте. Теряю. Так, объединяем. Нет, высаживаться я пока не хочу. Хотя, слушайте... Ну, вообще маловато еще. Это не очень будет. Так, давайте отправлю туда. А сам полечу сюда. Даже не знаю, куда мне тут лететь, честно говоря. Давайте кину спутник сюда. Сюда, наверное, еще один. А сам полечу. Давайте вот в близнецы слетаем. Так, что там по квесту? Значит, у меня реализовать аванпост и... Исследуйте все отмеченные феномены. Ну, там 7 из 8, кстати, уже исследовал. Не знаю, какие из них я исследовал. The unfallen greet you in the hopes that you're... Попрошу деревья не атаковать. Мне кажется, он откажется. Блин. Какого хрена? Так, давайте я тут линкор побыстрянее забубеню. Стоит просто... приехал скаутом, просто Люмерис откуда-то прилетел, стоит, меня планету осаждает. Нормально? Все, распределил всякие программы. Квадриникс теперь добываю. Это, конечно, интересное. Но стоит 10 адамант и 10 антиматерии.
Ну, полетел куда-то. Мудила. Так. Сколько квадриникса вход? 5,4. Нормально. Нормально. О, властелин. Вот. Смотрите. Создан альянс хор союзных существ. Это властелины времени, которых я не встретил. Розовые с деревьями. Как они так объединились? Может быть, все-таки с Горацио альянс? Блин, не знаю, не хочу я чего-то. Не знаю, не хочу. Не хочу в альянс. Не хочу терраформировать, потому что не особо чего дает. А наоборот, минус одно производство и минус одно. Нет, там, конечно, можно потом земного типа будет, но сейчас, мне кажется, не особо. Так, а где это новое? Вот. Плюс 2 всего за каждого жителя. Мне это кажется, надо... В тех системах, где много жителей. Как раз, то есть в Каране, в Янусе, в Ментаке. Брация. Еда нет. Ладно, экзотические блюда сделаем, чтобы быстрее пополнялось. Быстрее трудовые резервы, чтобы пополнялись. Ну вот и четвертый уровень, последний развитие. Но мне пока нечего туда добавлять. Потому что это будет стоить сотка, видите, прям сотка ресурсов. Нет, ну точно мы сюда эдемский аромат добавим в любом случае. Мне бы, конечно, хотелось и артефакты вечных. А больше ничего у меня не добывает. Ну, добываются еще эти, но васильковой плесени просто не хватит на все. Ладно. Хотя, мне кажется, вот так надо делать будет. Тут вообще... 15% производства. Но пока не буду ничего делать, потому что вы не можете отменить, вы не можете потом модернизацию как-то по-другому сделать. Немножко улучшил торговую компанию. Какого они уровня у меня уже? 8-я, 6-я, 2-я. Чем выше... Ну вот, чем выше уровень, тем типа больше доход. Ну, смотрите, вот тут 8 уровня 159-18, тут 2 уровня 141-16. Прям настолько доход выше, прям просто... Невозможно. Да, ну тут ученые, на втором месте будут милитаристы. Очевидно. По идее, сейчас должен новый закон появиться, ага. Плюс 33% на оружейные модули урон. Кстати, может поставить.
Слушайте, тут, кстати, Люмерис еще и давит на меня культурой каким-то образом. Слушайте, а тут у них еще и Ари Халк. Мне эту систему реально надо захватить. Корана под угрозой была взломана. Охренали. Не понял, почему у меня началась анархия. И у меня все законы отменились. То есть у меня какие-то религиозные фанатики захватили власть или что вообще? Что происходит? Почему анархия-то? У меня главное счастье было нормальным. Охренеть. На ровном месте. Так, где там это говно летает? Уничтожил гражданский флот в системе Кайс. Что у меня там за гражданский флот был? Это какая-то торговая компания, что ли? Так, ну тут походу этот, да, умрет этот патруль. Вот тут уничтожил какой-то гражданский флот. Без понятия. Видите, кстати, те, кто в альянсе, их вместе показывает. Вот они теперь как бы вдвоем, видите, деревья и эти вдвоем. Блин, может, все-таки с Горацио... Вот, вот... А, Горацио уже... Блин, Горацио в альянс с пожирателями вошел. Вот же ж, блин. Блин, 5 ходов будем лететь. Потому что нормального... Стоп. И тут еще 2 эскорта. Ну, давайте сюда отправлю. Посмотрим. Да, как-то... Как-то тяжеловато. Что я тут исследую? Карта галактической безопасности. У меня тут новый уровень открылся. Так, мне надо что-то научное открыть еще. Улучшенный корпус класса Золя. Но я так понимаю, как раз вот эти для эскортов, но... Вероятность крита. Ячейки на планетах. Плюс 40%, но требуется антиматерия. Плюс 3 диапазона обзора на систему. Давайте вот эту откроем. Так,
А здесь... Позволяет использовать. Но у меня пока нету ни одной системы с эрихалком, поэтому я думаю, не буду пока брать. Плюс 100 производства за уровень системы. Ага, 50 эрихалка надо. Нет, это я не смогу вообще строить ничего. 5 производства за месторождение стратегического... Вот это интересно. Мегариск контролинг. Да, я, короче, не подготовился в плане наземных операций. Как-то вот против пиратов наземный захват планет намного проще проходил. Поэтому у меня как-то мало вот этих модулей. Так, 25%. Так, улучшение системы торговой компании. И больше филиалов можно строить. Блин, новое правительство диктатура. Ну охренеть. Причем чего-то религиозное теперь. С какого фига вообще произошла смена правительства, я не понимаю. У меня сейчас еще и рейтинг одобрения, я так понимаю, ляснулся. 36. Класс, класс. У меня каким-то образом... Пришли религиозники. И смотрите, как у меня упало везде. О, бунт. На графиесе бунт. Не, пожалуй, мы не будем. Или сделать... Не, пока не будем. Я хочу ту систему захватить. Блин, вот это, конечно, проблема. Каким... Так, мне надо какие-то законы, видимо, пока взять на... Ай, блин, 15 опытных героев, первоначальные... Мне надо что-то на счастье. Вот, например. Не скучай, поиграй. Отказ о перемирии обойдется в 1000? Охренеть. А так буду в течение 7 ходов 1500. Ну, знаете, давайте я приму. И займусь чисто Люмери сейчас. В принципе, 1500 денег в ход. Мне кажется, очень неплохо. Блин, ну вот остальные законы какие-то хреновые. На минус несчастья точно не стоит брать. Ну вот можно на науку, например, взять. И минус деньги, потому что мне деньги и так сейчас будут платить. Вместимость. Ну, у меня не будет в системах, где флот находится. Ну ладно, можно вот это, праведный гнев. В принципе, культура еще капает. Ребят, напишите в комментариях. Почему у меня произошел переворот? Все же было хорошо. Вообще без понятия. Честно говоря, как-то на ровном месте. Если это рандомная фигня, то это фигня реально. То есть ты не можешь это контролировать, получается. Никак. Ух ты, в океаническую можно терраформировать. Прикольно. Давайте, наверное, в океаническую. Интересная штука. Так, ночь, можно отсюда улетать. Видимо. И лететь вот сюда.
А это, кстати, домашняя система Люмерис. Лидируют ученые. Какой вот религиозный культ мог привести к этой фигне? А, вот плюс тут только если я ставлю вот эту фигню. Ну, давайте поставим, чтобы чисто повысить удовлетворение. Потому что я тогда смогу сменить. Да. Федерация и Республика. А чего тут? Почему вот дороже принять Федерацию и Республику 2000 аж стоит? Ну, выглядит, что вот это лучше. Что плюс одна ячейка, плюс одна поддержка демократии именно. А, в течение 9 ходов не могу сменить правительство. У меня диктатура теперь в течение 9 ходов еще. Класс. Как же это все произошло? Интересно, когда вот эта система перейдет под контроль Люмерис? И перейдет ли она вообще? Видите, она уже даже в границах находится, как бы. О, что-то происходит. Отслежены и прекращены. Какие-то новые ребята зеленые, радушные. Блин, деревья закрывают границу. Так, вот это что тут? Вот 1800 за транспортный флот. Отлично. Опа, вот тут явно. Смотрите, он тоже построил бегемот. Но это бегемот экономический. А я джаггернаут все-таки. Ну что, нападаем? Вообще изи, по-моему, должно быть. Что, не будем смотреть. Но он экономический, то есть он улучшает. Это не военный корабль, он экономику системы улучшает, то, где он находится. А, он отступил вообще. Ну, конечно, я бы тоже не хотел бегемот потерять. Несомненно. Не буду я ничего менять.
Да, что-то науки у меня немного. Ай, блин. Внезапно религиозники вверх попер. Ну как? Ну как? Я не понимаю, как? Как? Как у меня стала диктатура во главе с какой-то религиозной фракцией? Ну, в общем, жду ваших мнений в комментариях. Видимо, на этом я серию закончу. А вон еще у меня в графе Сибунт. Ну, это потому что откровенно там нехватка. Давайте-ка я поставлю пропаганду. Сейчас 31. Так бы оно, конечно... Ну, охренеть. Просто нет слов. Мне надо что-то на счастье открывать. Я так сделаю пока. Понимаю, что 16 недовольства, но надо это сначала построить. Где у нас тут что-нибудь на довольство? Плюс 3 системы до проявления. Вот, и у меня почему-то моя способность пропала. Вот было 10, помните, даже 10 из 11, а теперь... То есть у меня еще идет минус за то, что я слишком много планет колонизировал. Вон, 15 несчастья на каждой планете. То есть мне на самом деле вот эту бы фигню открыть. Патриотическая пресса. Так. Дальше колониальные права. Поддержка за уровень системы. Автономная администрация. Тоже надо открыть. Просто потому что я захватывать планеты буду. Мне кажется, это будет влиять. Все. Да, ладно. На этом пока все. Ваши комментарии по поводу религиозного переворота, пожалуйста, напишите. Спасибо, что смотрите. Спонсоры продолжения могут прямо сейчас в вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных оно выйдет завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!